студенческого театра. В результате съемы мы строили вечер, и в кармане уже отполится. А кроме того, потянулись Паша, Серёжа, все остальные волшебные люди, и мы потом решили, что человек повел на обыкновение. Даже славы. Это было потом. Мы первый раз ее спели 31-го в ДК Бурова. Не суть важно, но самое запоминающее исполнение этой песни это был смотр самодеятельности механико-математического факультета Московского государственного университета, где мы взяли первый приз. Нам дали какой-то маленький кубок, такую чашку, и два билета в Амхат. Леша забрал себе кубок, а мне дал билет в Амхат, потому что сказал, что я иногородний, и мне нужно знакомиться с культурным наследием нашей страны. Я пошел в Амхат и получил огромное удовольствие. А что ты сделал с кубком? Я его, как-то использовал, наверное, но где он сейчас, я не знаю. Дорогие друзья, когда мы начали вспоминать слова этой песни, надо сказать, мы столкнулись с большими сложностями, потому что, многое забылось за это время. Но народное средство, привет из детства, дорогие друзья.
Портвейн Массандровский, это уже не суть, помог нам это сделать, и сейчас, я надеюсь, да? А вот у всех доверие есть, что внутри этой непрозрачной чашки массандровский портвейн? Нет, 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 не в смысле, у нас кто-то знает, что это массандровский портвейн. Ну, они поверят нам, поверят. Да. Ваше здоровье, дорогие друзья. Сладкая. Итак, первая песня команды «Несчастный случай». Тогда еще называлась команда «Дуэта несчастный случай». По мотивам эпиграфа Льюиса Кэрролла, мы весь мир обойдем, гонять за бизоном. За пар на копытах, что за вещь настоящий бизон с трюфелями. Цель ясна и проста, решимость во взоре, нищеты и живота. Гоняйся бизоном, гоняйся бизоном. Дыхание. Спасибо, ты меня избил, я могу уйти со сцены. Надо сказать, глубоко уважаемые друзья, что 20 лет назад, когда народ начал подтягиваться в несчастный случай, многие из нас любили музыку и любили ее слушать, имели какие-то любимые песни. С тех пор многое изменилось, но тем не менее, какие-то детские привязанности все-таки у многих остались. И сегодня мы решили сыграть вам песни не только, которые вот мы написали там за эти 20 лет, но и которые на нас оказали наибольшее влияние. И начинает, дамы и господа, наш гитарист, да, на которого оказано самое большое влияние. Кем? Это сейчас нельзя открывать себе дальше. And so, ladies and gentlemen, Mr. Dmitry Chulov. You come on, let up.
Yeah.
части нашей деятельности, которая особенно, ну, как бы, дорога большинству наших зрителей, потому что музыку-то играют многие гораздо лучше нас. А мы занимались долгое время и продолжаем заниматься различным увеселением публики, в том числе розыгрышами, наколками и различными подставами. Сейчас мы переходим к этому разделу. И первый наш розыгрыш имеет ярко выраженный математическо-логический характер. Я попрошу вынести, пожалуйста, доску с задачки. Дело в том, что к нам на концерты очень часто приходят люди, которые великолепно считают в уме, но, к сожалению, обделены чувством юмора и не очень понимают, почему все смеются, когда люди на сцене бухают и рассказывают какие-то смешные истории. Зато могут с легкостью справиться со следующей задачей. Я передаю слово Сергею Сергеевичу Чекрыжову, который недаром все-таки проучился 7 лет в механико-математическом факультете. Сейчас он вам все это расскажет. Задача такова. На самом деле, подсказка. На уровне 5-6 класса школы. Только что была прослушана песня «Армагеддон». Вот смотрите внимательно. Z. Допустим, Z — это сумма всех числительных, которые так или иначе проскальзывают в этой песне. Замечу, что слово «вдвоем» не является числительным. Да? Сумма числительных в песне «Армагеддон», которая есть в тексте. Песня «Армагеддон». Z. Теперь обозначим за x номер ряда, а за y номер кресла в этом зале. Задача такова. Для каких x и y верно это равенство? При том, что n — это название радиостанции, на которой многие из нас долго работали. Понятно? Мне кажется, это очень просто. Z, еще раз, z — это сумма числительных в песне «Армагеддон». N — это, ну, название, номер, волна радиостанции. Название радиостанции, на которой мы многие работали. X — номер ряда, Y — номер кресла. Для каких X и Y верно это равенство? Пожалуйста, пишите записки, мы соберем, проверим контрольные. Кстати говоря, не забудьте подписаться, да, чтобы мы могли вручить призы тем, кто выиграет. Спасибо, Серег. Отлично! Это реальная задача, дорогие друзья. Те люди, которые решат эту задачу верно, получат призики. Ну, вернее, я уверен, что десятки сейчас ее решат правильно, поэтому мы будем просто тянуть. Да? Леша, ты забыл такое? Дело в том, что не надо кидать вот сюда. Вот, нет, кидать не надо, они здесь скроются среди этих листиков. Наши любезные помощники в белом пройдут обязательно коридан и соберут ответики. Да? Я вижу, что многие уже задумались и начали считать. Это хорошо. Ну, а мы, дорогие друзья, предоставляем слово Сергею Сергеевичу Чекрыжову. Вас ожидает еще минимум 2 сюрприза в течение всего одной песни, написанной в 20-х годах 20 века. Поехали! Тебя здесь нет, и все
Мне кажется, жизнь и
идет за стеной, а я сквозь нее пробежать не могу. Останься со мной, попробуй со мной хотя бы вот так. По графику скрадут. Все мы в уголке, да нам сдох бы. Чтоб победу господине прикинули, и он не взглянули мне в глаза. А я бы им сказал, так ради хохмы, что как бы готов бы раздать все долги и с чистой душою откинуть кэмпи. Но нафиг, идите нафиг. И, кстати, забери свой. Сережа, идите сюда, пожалуйста. Сейчас мы их, чтобы все было похоже на Чеснюк, мы их сейчас перемешаем, да, и будем тянуть до первого правильного ответа. Потому что наверняка ведь многие ответили правильно, да? Давай, Серега. Вот она. Что, место номер один? Нет, вообще неправильно. Человек очень хорошо знает о содержании песни «Армагеддон». Ну, давайте я пока буду рассказывать по ходу дела, да? Суммы числительных упоминаем... Да. Так, сейчас, может быть... Стоп. Не, а человек ведь этого не знал. Запас. Так, хорошо. Суммы числительных песни «Армагеддон» упоминаемых, но они не сформулированы, к сожалению, да? 1010. Там упоминается всего два числительных. 10, так... Неполный, к сожалению. Очень много талантливых людей в зале. Очень. Ну да. 1010, да? Радио, конечно, 101, естественно. Таким образом, правильными ответами являются произведения XY, равные 10. Это 10 место в первом ряду, 2 место в пятом, 5 во втором. И, казалось бы, 1 в 10, но здесь нет 10 ряда. Нет, такое уже. Хорошо. То есть из тех двух опять будет. Ребят, мы сильно затягиваем процесс. Давайте уже все вместе. Стой. Вот. Что? Первый. Да. Дорогие друзья, а куда это вы пошли? Алло. Это, надо сказать, это, в общем, два наших самых близких друга. Вы зачем это делаете? Валерий и Дмитрий. Почему они, повернувшись к нам задницы, выходят сейчас из зала? Причем я подозреваю, что они пошли делать. Это удивительно совершенно. Пока эти два друга идут, очень хорошая записка. Тут нету правильных ответов, не подмахивают. К сожалению, нету правильных ответов, значит, училась в гуманитарном, но очень хочется быть, знаете, да? Перенулся. Итак, дамы и господа, абсолютно верный ответ. Вот. Первый ряд, 10 место, 2 ряд, 5 место, 5 ряд, 2 место. А написал и прислал нам эту записку человек, который находится в 3-м ряду на 27-м месте. Где этот человек? Это вы. Представьте, пожалуйста, представьтесь. Как это? Машенька, извините, я вас издалека не узнал. Дорогая Машенька, благодаря вашему знанию, люди, сидящие на 10 месте в первом ряду, на 5 во втором, на 2 в 5, получают призы от наших спонсоров, которые сегодня также находятся в зале. Дорогие друзья,
Первое, десятое место в первом ряду, второе в пятом, пятое во втором. Привстаньте, пожалуйста, сейчас наш... Вот, это вы. А вы, Машенька, вы получаете огромную благодарность от этих людей, потому что если бы не вы, они бы точно остались без призиков. Вам достается подарочные диски. Да. Вот Чинос Фригал, который любезно спонсирует сегодня нашу вечеринку. Молодой человек, не садитесь, иначе до вас не дойдут. Вам, дорогая Маша, конечно, в утешение, мы не могли вас оставить также без приза. Не туда, Катюш, вон стоит вид. Мрачный человек уже скрестил руки. Как чаян король, угрюмый томный. Развейте свою тоску, молодой человек. Этот виски вам пригодится. Вот мы можем начинать пить уже сейчас. Еще раз напоминаю, что, например, Дмитрий и Валерий уже вышли. Они просто не знали, что это будет происходить прямо в зале. Итак, дорогая Маша, вам также достается приз от нашего генерального спонсора. Я приглашаю на сцену представителям МЖК и Бумпрома. Если можно, пожалуйста, выходите сюда. В последнее время, дорогие друзья, стали очень популярными, вернее, очень популярным такая форма премирования победителей какой-либо игры, как пожизненное обеспечение чем-либо, да, вот, например, $1000 в месяц. И вас мы сейчас... Вы стесняетесь? Спасибо вам огромное. Как это хорошо. Итак, дорогая Маша, мы... Чуть позже заполним эти ваучеры. Вы получаете 2 ваучера. Это абсолютно официальная штука. Итак, на получение. Ежемесячное получение 1 единицы майонеза производства ОАО «Московский жировой комбинат» марки «Провансаль». Расфасовка 330 граммов ежемесячно до окончания жизни. И также ежемесячное получение 1 единицы продукции «Тетрадь зеленая в клетку». Одной единицы продукции «Тетрадь зеленая» в линейку производства зала «Бум-изделия». Это абсолютно официальные документы. Вы пишете сюда свои имя и фамилию. Где именно вы будете получать майонез и бумагу, мы вам объясним чуть позже. Маша, спасибо огромное. И вы пишите мне вас, конечно же. Да. Именно сейчас. С удовольствием. Название радиостанции «Радио 101» упоминалось в предыдущем конкурсе. Именно на этой радиостанции Павел Петрович Мордюков работал в качестве Павла Задорожного долгое время. Многие не знают, что его подъехали за ним. Сегодня, наверное, можно уже открыть секрет. Да, Павел Петрович Мордюков и есть Павел Задорожный. И наверняка много раз он ставил в эфир ту песню, которую решил спеть сегодня. You're welcome, Павел. Стараемся ее не испортить. Песня появилась за 10 лет до встречи Лауры Сереши в 73-м году, написал ее Роберто Флаг. Миша, погромче, если можно. She said, "Sip, she loved me in love."
Thank you.
Ну что же, дамы и господа, давай исполним вас заветная мечта многих интернетчиков, которые представили к нам с этой просьбой, чтобы Павлик Петрович наконец спел песенку, как он это делал на пластиночке. А сейчас приходит время признаться вам в том, что мы достаточно долгое время унижались на улицах и зарабатывали музыкой деньги. Жалкие иностранные гроши. Ну нет, это были не жалкие иностранные гроши, это были... Это были солидные... Сначала это были жалкие иностранные гроши, мы просто занимались баскингом. Баскинг – это работа на улице за деньги, дорогие друзья. В Англии, в Германии. Когда перед толпой ставится такой, например, предмет, как сейчас вынес наш многоуважаемый Дениска, это куфр от аккордеона, как вы понимаете, в него очень много влезает денег. Что приятно. Нет, на самом деле дело происходило, как правило, на гастролях театра, и мы под видом того, что мы рекламируем спектакль, да, выходили зарабатывать зузы. Зузы. Да, было. Сначала мы зарабатывали гроши, потом мы подсмотрели у австралийского коллектива Bachelors on Pride. Они придумали гениальную штуку, мы эту же взяли. Мы на расстоянии где-то 5 метров от куфра нарисовали линию и написали «кидать отсюда». И честный, добропорядочный европейский гражданин, он, допустим, кидает фунт или 5 марок, вот эти монеты мы очень сильно любили, и не попадает. И поправил самолет. Батька, я тебя на секунду прерву. Андрюша Булаков, если ты нас слышишь, можно, пожалуйста, позвать тебя на сцену? Мы тебя не видим, почему мы представим? Здесь. Вот. Если он не попадает, монетка остается нам, но мы ее потом с асфальта подберем, а он кидает еще раз. А потом еще раз, а потом еще раз, поэтому еще раз. Пока не попадает. Пока не попадает. Будет совершенно счастливый. Да. И мы приглашаем на сцену всех участников этих акций. Сюда выходит Дмитрий Мороз, а потом уже вышел, собственно, Дмитрий Мороз. Красивый бородой, менее красивым контрабасом. Павлик Ходяна Серёнечка, нашего многоуважаемого Каспера. Сейчас мы вам покажем номер, который потряс некоторые мировые столицы. Нет, мы не показываем номер. Мы были бы не мы, если бы не попытались обогатиться сегодня. Да. Мы предлагаем вам, собственно говоря... Пока пристрелка, дальше будет конкурс. Причем хотелось бы дать совет бывалого баскингиста. Монета, вот она в голом виде, она, как правило, отскакивает от куфра. Если ее завернуть в 500-рублевую, простите, или 1000-рублевую мягкую бумажку, она аккуратно уходит ровно в емкость, и у нас есть очень хороший приз. Вы можете пока постараться пристреляться, да, дорогие друзья, проверите свою емкость. Не надо бояться, что вы попадете в музыкантов, потому что музыканты очень большой опыт. Битые, да, конечно. Да, они битые, сильно битые. Давай. А нет, да, исходно, она так же. Что? Я был главный в этой песне. Песня старинная русская народная, стала тоже правой Пушкин, есть стихи по тексту. Потому что скажут хорошо, очень хорошо, но мимо. Но это пока еще не предел. В ней стихи по тексту. Дело в том, что я с каждым куплетом ускоряюсь, и, как правило, музыканты в несчастном случае к концу исполнения песни уже не догоняли. Закончилось это все очень красиво, но печально. Замутируй гитару, пожалуйста. Я рассказываю, Алексей, ты меня прерываешь. Закончилось все это в городе Лысо-на-Лабе, когда я взял безумный темп, но перед тем, как я начинал петь, я обычно делал мах ногой. Вот. В тот мах я попал Сереже Чекрежову, он тогда играл на духовом аккордеоне, ровно в аккордеон, аккордеон ушел ему в челюсть. Он, естественно, дернулся, рядом стоял Павлик Мордюков, который тогда играл на саксофоне, задел Павлика и попал ему трость по зубам. Очень хорошо. Павлик дернулся, задел Лешу. Леша грифом задел... Нет, тогда он задел Андрея Бувакова. Вот, Андрей Буваков грифом бас-гитары задел Дмитрия Морозова, который был в руках табурет. Табурет вылетел. Я же этого всего не видел, я уже пел. Валдес поел тем временем. Я допеваю свой запев и жду, когда они начнут припев петь. Поворачиваюсь, а там люди ползают на карачках от хохота. Я понимаю, что петь мы дальше не будем. Я говорю фразу, ну и дураки вы все. И ухожу со сцены. Говорит, ну и дураки вы, и уходит. То есть повел себя как настоящий профессионал. Даже взял главнейший, музыки уже не было. Мы поползли за ним следом. Покажу, как это было. Нет, дело в том, что... А сейчас получится? Давай махану на сцене. А, в смысле спеть. Поехали. Номер был хорош. Oh!
давай попробуй на поплачь гитарой, поплачь, да? Все будет гораздо сложнее. Солдат, пушки, правый бегут, я, кто наши, ага.